2, 3. Мне кажется, что это очень важное дело, оркестр за сценой, потому что зритель думает, что, ну, разумеется, оркестр находится в основном в яме, и когда замолкает основной оркестр, зритель не понимает, откуда играет еще один оркестр. Вот этим оркестром частично руковожу я, и с ним работаю уже 7 лет, и в огромном количестве опер Мариинского театра присутствует так называемая банда. Банда не от слова «банда» по-русски, да, это итальянское слово, означающее «духовой оркестр за сценой». Это очень важная часть, особенно в коммуникации с нижним оркестром, когда, например, мы где-то им отвечаем или играем сольно, как в таких спектаклях, как «Риголетто» или «Травиата». То есть создается полное ощущение, что какой-то целый оркестр, непонятно откуда играет, в этом основная задача. Коммуникация происходит вот таким образом. Я как дирижер смотрю в монитор, и главный дирижер показывает свои намерения, темповые или так далее, все, что ему нравится, баланс. И я таким образом передаю это артистам сценического оркестра. Но сложность заключается в том, что если я буду делать ровно по руке главного дирижера, то звук будет доноситься значительно позже. Поэтому мне приходится наступать все время на горло себе и музыке и чуть-чуть как бы заранее показывать вот так. В этом заключается сложность дирижера сценического оркестра. Но я всегда говорил и говорить буду, что дирижер сценического оркестра – это такая настоящая дирижерская армия. Ну вот, я уже 7 лет в ней.